Добрий вечір. Запрошую вас під абажур. Сьогоднішня наша програма буде цікава тим, хто не задоволений власним життям. Хто начебто от веде якусь війну з власним життям і ніяк не може знайти у ті зони примирення. Вона буде цікава тим, хто хоче покращити своє життя. Вона буде цікава тим, хто хоче його згармонізувати, якось навести лад у тому житті. Чи взагалі це можливо, чи ні? Ми сьогодні будемо говорити у студії з дуже цікавою людиною. Вона їздить по світу, вона проводить різні семінари, лекції. Ця людина, от, власне, і займається цими питаннями, які я презентувала на початку нашої програми. Приїхала вона до нас з Парижу. Я хочу представити вам психолога-іміджмейкера Ольгу Арзуманову-Даржанкур. Вона є директором Академії особистої еволюції в Парижі, а також директором школи іміджу в Парижі. Ольга, добрий вечір. Здравствуйте, Наталія. Я дуже рада вас бачити. Я теж, спасибі. Мені приємна ваша усмішка. Благодарю. Я дуже рада бувати в Хмельницькому. Вже не перший рік приїжджаю сюди з програмами, семінарами і з частними личними візитами к своїм дорогим друзям. І от сьогодні рада познайомитися з вами і бути у вас на студії. Я вам дуже дякую. Давайте ми з самого початку, все ж таки, так як я представила, що ви є директором особистої еволюції, і от мотивація створення такої академії. Для чого вона була створена і на якому етапі ви зрозуміли, що вона необхідна там? Очень правильный вопрос, потому что вообще, что бы ты ни делал, надо знать, зачем ты это делаешь. Сразу. А тем более, для чего тебе это нужно. И Академия личной эволюции родилась как следствие, скорее всего, некого неправильного положения вещей, на мой взгляд, которое хотелось бы как-то вот... Незрозумілому в житті кого? В силу своїх возможностей как-то поправить. Речь идет вот о чем. Что на протяжении последних 20-30 лет было активное движение народа по горизонтали. То есть все разъезжались в разные страны, да, чаще всего. Это была Европа, там Америка, там и другие страны. И очень много уехало людей, славян, говорящих по-русски, знающих русский язык. А учитывая то, что где-то 15-20 лет назад наша школа была очень сильная, наш институт, так и сейчас, но тогда вообще, да, не однажды об этом говорится, то вот эти все люди, имея необыкновенный багаж знаний, были вынуждены заниматься, Бог его знает чем, чтобы дать образование своим детям, чтобы сохранить свои семьи, да. То есть, ну, работали как могли, чем могли. Так вот, у меня появилась вот такая появилась идея и вот такая прям потребность помочь этим людям быть реализованными. И чтобы они вот этим своим ресурсом замечательным, да, своими знаниями, своим прекрасным образованием могли бы поделиться. И тем самым и восстановить свой статус жизненный, да, вот, и тем самым, то есть как бы не на них закончились эти знания, а поделиться ими, передать их молодежи, которая, кстати, очень нуждается в них. Значить, у вас так вийшло, що ви, бажаючи допомогти цим людям, ви допомагали, власне, і собі, тому що з вами відбулася така сама ситуація, тобто ви так само поїхали в іншу країну. Ні, почалося з себе, взагалі. Я спочатку, коли приїхала, виграв тендер во Францію і почав працювати в Центрі культури і науки, я, в общем-то, прийшов момент, коли наша школа, в якій я працювала, вона закрилась, і я стала жити во Франції, мені потрібно було якось виживати. І я почала понимать, что я умею, что я знаю. И я начала себя применять не только как учитель, да, а уже как и специалист в других областях, те, которые я проходила, как имиджмейкер. Я умела и стиль выстроить, да, я умела и речь поставить, и публичное выступление, и в этом многие нуждались. А потом ко мне начали обращаться, ну, как обычно и бывает, друзья. Оля, не могла бы ты для меня организовать вот такой семинар? У тебя же есть база, возможности, уже сайт был создан. Под меня начиналось все, мне нужно было реализовать себя, мне нужно было своих детей тоже кормить, учить, воспитывать и так далее. А кто тебе найдет работу в стране, где полная безработица? Сам себе. Вот я и начала себя рекламировать, популяризировать, вспоминая все, что я знаю с позиции имиджа. А знаете, вы немало. Вот, до речи, вы говорите про те, и я вас так представила, это те, чем вы действительно занимаетесь, вы психолог, имиджмейкер. Чему настолько важливо для людини мати имидж певний, відповідний? Та, бо часом мы і не якось не звертаємо на це увагу, тобто от критерії іміджу.
Наташа, вот если честно сказать, я не делю людей на тех, кто хорошо одет, правильно расчесан, кто габарит там верно или неверно. У меня есть другие, более серьезные параметры оценки людей. Но если говорить о карьере, если тут говорить, без этого никак абсолютно. Конечно, без этого никак нельзя. Нет, можно, но ты сам себе будешь мешать. Ты сам себе будешь как враг. Вот тогда придется все время доказывать, я не дурак, просто одет по-дурацки. Мені здається, що люди, які займаються тісно кар'єрою на сьогодні, вони це зрозуміли абсолютно. І зараз ну, таких людей, які просто від цього, як то кажуть, відхаращуються, та ні, мені це не потрібно, таких вже залишилось дуже мало. Чи ні? Все менше і менше, тому що росте клас. Росте клас країни, росте клас суспільства. От говоря дуже-дуже поверхностно, що таке імідж? Імідж – це обертка. Ну, зрозуміло. Понимаете, да? Вот в хорошую обертку можно обернуть бог его что. Обидно, неприятно обжечься, обмануться. Но еще больше обидно, когда нечто хорошее обернуто в плохую обертку. И человек, имея необыкновенное богатство, не может себя реализовать. Поэтому я считаю основные критерии имиджа, в частности для имиджмейкеров, для стилистов, понять, что имидж это не только стиль, это еще и речь. Это еще и пластическая выразительность, что у человека происходит с руками, когда он общается. Абсолютно верно. Это еще, согласитесь, да, как профессионал, да. Это еще, конечно же, и позиционирование, как я себя веду в обществе, да. Это же еще, конечно, и манеры. Да, как я реагирую, знаю, или этику контакта. Мини-слухати и ораторское мастерство. Тобто тут дійсно, тут настільки, окрім одягу, те, що ми собі можемо уявити. Конечно, это не только стиль. Как я одет. Uh-huh. Это еще много что за этим. И вот в этом ключе существует персональный имидж, имидж персоны, и существует корпоративный имидж. Uh-huh. И вот когда мы говорим о корпоративном имидже, вот это уже престижная реклама, это элемент престижа компании, сотрудники. Да? И здесь главное, что самое главное, главное, чтобы сотрудники были зеркалом компании. А для этого нужно знать, какие цели компании, на какой сектор рынка, чтобы они были узнаваемыми теми людьми, теми клиентами, которые приходят. Да, и представляли, власне, той напрямок работы, в який вони займаються. Абсолютно, Наташа, верно. Поэтому сейчас это действительно очень актуальная тема, и мы сейчас готовим проект по подготовке имиджмейкеров в городе Хмельницком. Именно по открытию Академии личной эволюции, школы психологии. Абсолютно прекрасно. А чему у вас выникло такое бажание? Вы побачили потенциал у этого месте? Абсолютно верно. Вот все время точно. Кажется, потому что чувствуете ситуацию, это здорово. Потому что город Хмельницкий – это очень стильный город. Это город, в котором много прекрасных, великолепных магазинов женской и мужской одежды. Это город, в котором стиль находится в высшей степени своего проявления на сегодняшний уровень вообще моды мировой. Я даже не говорю только европейский. Хорошо, мне дуже приятно, например, це чути. Я хмельничанка, я живу у цьому місті. Я много езжу по миру, и я вижу класс, статус и уровень хмельницких магазинов, подачи и качество товаров. Я вижу, это просто прекрасно. Но чем выше уровень и класс товара, тем должен быть выше уровень и класс тех, кто этот товар предлагает. И на моих частных консультациях часто приходят руководители предприятия, которым самим приходится находиться в магазине без конца, потому что то, как они умеют подать товар, у продавцов это не всегда так получается. Потому что они его выбирают, и они его видят от самого начала, они знают, для чего они привозят. Это именно эту сукню, или этот костюм, или это взуття. А им нужно другим заниматься, им нужно расширять бизнес, правильно? А на месте должны работать специалисты. Поэтому вот это я на сегодняшний день вижу как актуальная тема, и она, в общем-то, не то, что может быть востребована, она уже ожидаема. Я тільки можу сказати, в добрий путь, і ми будемо чекати відкриття, звичайно. Мадам Оля, дивіться, ви раніше ви були таким ортодоксальним науковцем, наскільки я зрозуміла, та? І викладали, і розробляли, і працювали саме з наукою. Зараз ви більше так перелаштувалися на парапсихологію, тобто спробували так поєднати наукові якісь дослідження із тим, до чого наука не має якихось абсолютно стосунків. Та? І це така суміш дуже цікава. І, власне, про вашу життєтерапію,
Про ваш такий експрес-метод перетворення життя. От я би зараз хотіла поговорити більш детальніше, тому що я обіцяла нашим глядачам, що ми їм трошечки допоможемо, та? От якось полюбити все ж таки своє життя і спробувати його якось змінити. От, давайте ми про це поговоримо. Чи дійсно за допомогою життєтерапії можна навести якийсь порядок у власному житті? Хорошо, с удовольствием. Почему? Потому что эта тема меня сейчас очень волнует и наполняет меня силами и жизненной страстью делиться этими знаниями, потому что я считаю, что они очень актуальны сейчас людям. Вы совершенно правильно заметили, что, в общем-то, пол своей жизни я занималась ортодоксальной наукой, это нечто классический подход, я психолог, психолог-имиджмейкер, специалист в области публичных выступлений, престижной рекламы, политических действий и так далее. Но в последнее время я занимаюсь околонаучными исследованиями. Потайбичными якимись явищами. Да. Почему? Потому что когда, в общем-то, ну, доходишь до того уровня известного, что есть на сегодняшний день в твоем направлении, когда ты это знаешь, ты понимаешь, что за пределами тоже есть нечто. Человеку-то не все известно, да? Да, и не все мы можем пояснить. Да, есть нечто, что за пределами того, что сегодня известно науке. И когда начинаешь это понимать, у тебя намного открываются глаза. Психология-то, то, господи, 200 лет, сколько ей, чуть меньше. Угу. А возьмите астрологию. А возьмите хиромантию, а возьмите карты Таро, а фэншуй, а та-та-ти. Наскільки я зрозуміла, ви усе це взяли. 2-3-5 тисяч лет. І виходить, психологія – це як би, ну, от щось таке маленьке. Ну, ну, є, але... І от моя задача останні 15 лет, я з великим інтересом і удовольствием займалась тим, що пыталась всі ці науки привести к єдиній системі координат, ну, я ж учена, мені ж треба все взвесить, померить. Прорахувати. Да, на себе, как-то. Я не могу так, філософія. Верьте на слово, да уж, конечно, как. А как с этим жить? Как на этом денег заработать, да семью поправить, да родителей, да вот это. А как, что мне с этим делать, расскажите. Вот этим я и занималась, я искала в этих всех дисциплинах, которые на сегодняшний день нам открыты и представлены, я искала какие-то ключи, какие-то инструменты, какие-то кнопочки, которые могут помочь нам действительно изменить свою жизнь к лучшему. Вот эти все рабочие инструменты, потому что много очень философии, вот эти все рабочие инструменты я свела к единой системе координат. Угу. Что-то отовсюду взято, что-то пришло само, вот так, во сне. Вот моя система координат, на которую все эти науки уложились, которая мне дала ключ, она пришла ко мне во сне. А скажите, будь ласка, Ольга, ознайомитися с этой системой, это можно только під час ваших семинаров, зустрічей, чи це є в якійсь книзі, чи це є якісь в тому самому інтернеті, от, чи це тільки за допомогою, власне, от, психолога? Есть все возможности для человека, который желает как бы изменить свою жизнь к лучшему. И такие возможности есть и на моем сайте, выставлена книга, выставлены статьи, выставлен целый ряд приглашений на семинары. Я провожу по всему миру, езжу семинары, провожу. Вот в частности, сегодня будет семинар по цифровой, по планетарной цифрологии в компании «Простор», в Центре развития «Простор». Сегодня-завтра в 6 часов будет этот семинар. Кто успеет, пожалуйста, буду рада всех видеть, пожалуйста. И еще написана книга по жизнетерапии. Ну, это я вам сейчас ее продемонстрирую. Давайте, я зараз, пока вы проанонсую вот нашим книжка. Глядачам, та, что у пани Олі є книга, яку вона написала, вона має назву «Маліновий набат». Наскільки я зрозуміла, це такий жанр навіть казки про правду. Да, совершенно верно. Щось таке. Але давайте, от для, чому потрібно її читати і що для себе може там обрати глядач? Сказать, через что, если нам, коротко, да, покажите, коротко, то действительно, вот эти все схемы, вот эти все ключи, да, которые и открывались, и приходили, они все сформировались в единую систему. Ну, как вот в единые, как таблица Менделеева, с помощью которой можно очень быстро себя продиагностировать, самому даже понять, что в моей жизни происходит и почему. Можно найти ключи, свои, не общие, свои персоны, с даты рождения, это не нумерология, с даты рождения можно узнать, какие ключи в моей жизни, почему со мной это происходит, в какой реальности я живу, как это изменить, где мой ресурс жизненный, где мои дары рождения. И ответы на все запитания можно найти в книге? Вот в этой книге, да.
сохранены очень многие ключи. Но Средиземная сказка. В 9 году, это еще не был 12 год, еще нельзя было открывать так ключи, потому что еще люди жили в периоде творения по неведению, а сейчас перешли в период сотворения добра по наитию. Поэтому сейчас можно передавать эти ключи, а тогда нельзя. Поэтому я, чтобы не поранились люди, написала эту книгу и обернула все эти инструменты в добрую сказку. Угу. Где... Чтобы было простейше и зрозумелише, вот так не да, будет дитинство, да. Ты повертаешься. Вот кто захочет там? Найти эти ключи, их может здесь найти только человек с добрым сердцем. Потому что стилистически книга написана языком 13-летнего ребенка, уровнем 13-летней девочки, которая ищет свою маму в мироздании и в душу своей мамы. Вот у нее мама умерла, и она была такая сверхребенок, и она хочет найти душу мамы, чтобы в следующем воплощении родиться опять у нее. И так-таки она это делает. Но вот пока она ищет душу мамы, ей открываются все законы матрицы планеты Земля, с помощью которых можно вычислить и найти себя. Вот такая жизнь, номер жизни, вот такая реальность. В этой реальности вот такие испытания, вот такие искушения. Этому она хочет научить человека. Как оттуда выйти, чему нужно научиться, чтобы перейти в более светлую жизнь. Ну, полная система координат, да? Как игра, книжка «Игра» ее еще называют. Почему ее не может прочитать человек, ну, как бы вот, ну... который хочет использовать да, это во зло, потому что он не соберет эти схемы. Они так обернуты, что можно прочитать, только понять, только если читаешь всю книгу. А так как она написана языком наивного ребенка, это начинает раздражать, это нельзя прочитать. Это такая сказка игра. Оль, я бы ще хотіла вот дізнатися. Знаєте, ми часом, якщо в нас в житті щось не складається, та, і це веде якийсь певний такий ланцюжок тих різних таких життєвих негараздів. І часом людина вже говорить, ну часто це ж не просто так з'явилося, та? Значить, їй на роду таке написано. Та? Або там, значить, у неї така доля. От, чи може бути дійсно людина оцим драматургом власного життя? Чи може людина бути тим режисером-постановником власного життя? Ой, какой замечательный вопрос, Наташа. Вот я, когда начинаю работать как жизнетерапевт, я всегда начинаю именно с этого. Я говорю, никому никогда не позволяйте дотронуться до своей судьбы. Если вам кто-то сейчас скажет, я вам изменю судьбу, бегите от этого человека как можно дальше. Он у вас отнимет самое дорогое, что у вас есть. Этот человек у вас отнимет время. Нет ничего тут дороже времени. Мы пришли сюда все за своим опытом. Но вот изменить качество проживания своей судьбы можно. За допомогой чего? Знаешь, как? Так... Расскажу. Существует 7 ворот. 7 ворот, мы входим сюда, это у каждого свои ворота. Каждые ворота имеют название. Например, вот один человек пришел научиться быть родным. Ну ты хоть тресни, он не чувствует любви родителей. Он не чувствует. Родители, да что ж такое? Мы в него вкладываем ничего. А ему надо научиться быть родным. Разве этот человек может родиться в семье, где он чувствует любовь? Да нет. У него должен родиться дефицит именно родства. А потому что, когда родится дефицит, у него появится мотивация. А если появится мотивация, он начнет к этому стремиться. А начнет к этому стремиться, начнет учиться и получит то, зачем пришел. Правильно? Правильно. Случайно. А другой пришел научиться быть известным, а его везде не признают. Он и туда, и сюда, его не слышат. Тобто потрібно отримати відповідь на запитання, чому ти прийшов навчитися у цьому житті? Абсолютно верно. Чому я говорю, це не нумерологія? Тому що в нумерології є багато таких моментів, які скриті від людини, спеціально скриті, щоб людина себе не навредив. Піфагор це прятав 40 років в Олександрійських бібліотеках. Істинне знання нумерології. Чому я називаю ті знання, які я подаю? Это до нумерологии, это планетарная цифрология. В нумерологии, например, вот скажу, что скрыто, что вообще невозможно найти, а скрыто на самом видном месте. Нумерология – наука о цифрах. Так. Цифры – это вибрации, вибрации – это ноты, ти-та-та. Так вот, в нумерологии нет нуля. Считаете? До 9. Да считаете. Да ничего ж не посчитай. В нумерологии нет земли, земляне. Считаете, нет точки отсчета. Да считайте нам столько. В нумерологии много чего, много чего. Много чего того, что вот посмотреть можно, а посчитать не. Но откуда волхвы знали, под какой звездой? Скажите сейчас, под какой звездой кто родится? Да нет инструмента. Я вам не подаю эти инструменты звезд, я вам подаю инструменты полного разбора себя. Потому что дальше это уже другие уровни управления жизнью. Нам это не надо. Нам бы свой хаос устранить, свои системы координат понять, да, чтобы вот эти
те ворота, в которые ты вошел, изменить уровень проживания. Потому что тот, кто пришел научиться быть родным, он так-таки может стать родным. И кайфовать от жизни, и получать удовольствие. Мы не пришли сюда страдать во имя любви. Мы пришли сюда любить, не боясь страдания. И будь счастливым. Абсолютно верно. Все с одной целью пришли – научиться на земле быть счастливыми. Хочу очень быстро дать самый маленький совет всем. Ой, дуже нам це потрібно, да? Будь ласка. Потому что это как бы, ну, самое первое, что нужно сделать, чтобы изменить качество проживания своей жизни. Не менять свою жизнь ни в коем случае. Потому что вы как бы выйдете из... потеряете точку отсчета, потеряете Загубите себя. Власне танце. Себе что всем. Делать, чтобы изменить качество проживания своей жизни? Самое первое, что нужно, устранить хаос в жизни. Але життя – це є хаос. Ну, дивіться, скільки навколо нас різного хаосу. Нет, жизнь – это не хаос. Жизнь – это музыка. Музыка – это не настройка инструментов. Тобто ти певний порядок, порядок нот. Конечно. Все, система координат, солнце входит на восток. Это есть чистый порядок, это порядок и есть матрица. Это как великая мандала, которая никогда не ошибется. Мадам Ольга, хаос дали. Да, устранить хаос. Как его устранить? Да, потому что легко сказать, устранить хаос. Что такое хаос? Когда человек вообще не понимает, что в его жизни происходит и почему. Когда он заблудился, потерялся, растерялся, когда он везде понемногу. Да, там в прошлом... Ну, про что мы говорим? Что сделать? Тобто він загубив дійсно себе и в цій системі координат. Далі. Абсолютно. Нужно первое, что сделать, чтобы устранить хаос, необходимо понять, что у тебя на первом месте в жизни. Что у тебя на втором месте? Тобто ви значите оцю шкалу цінностей твоїх, так? Вот в сьогоднішнім дні понять, що вот этот сьогоднішній день і є твоя жизнь. Самое главное – принять ноль. Ноль – это начало изменений. Многие люди много меняют, но не могут изменить. Жизнь опять отбрасывает назад, как человек попадает в петлю судьбы. Для того, чтобы начать что-то менять, надо стать на ноль, чтобы отправиться в путь. А что такое принять ноль? Это принять свою жизнь своей. До тех пор, пока человек говорит, я родился не в том месте, не у тех родителей, не в том времени. Он не может изменить то, что ему не Потому принадлежит. Потому что он сразу уже кодует себя, что это не его життя. Как он может изменить то, что не его, он гость? Как мы пришли в гости, начали там что-то, так никогда в жизни. Усведомить себя, в Правильно, первую очередь. Принять свою жизнь, и тогда человек видит, он тогда становится хозяином. Вы как вошли в дом, где, о, тут надо побили, о, тут надо зала, о, тут, да? И тогда уже понятно, что делать, где хаос? Нет хаоса. Понятно, что делать, как исправлять свою жизнь, это первое. Второе, что очень важно, знать, где ты хочешь быть через 3 года, кем ты хочешь быть. А чему самое через 3 года? А вот как-то идет сейчас. Да? Раньше было 5, сейчас очень все быстро. 3 даст. 1 мало, 1 это этап достижения. Где-то 3 года нормально. Не только кем ты хочешь быть, а что ты хочешь иметь. Мы живем в социуме, простите. Правильно? Звичайно, вот мы не можем. На 2 вопроса. Когда ты себе ответишь, что ты хочешь иметь и что ты быть, вот от этого нуля ты можешь сделать, рассчитать. А где уже хаос, скажите, если есть 2 точки? Так уже понятно, что в жизнь входит, если это помогает идти, нужно. А что мешает? Не нужно. И вот это вот великое мироздание со всей планетарными системами, звездами и так далее, перестает быть хаосом, потому что у вас есть вот эта прямая, которая ведет вас туда, где вы хотите быть счастливым. Знаєте, я скажу, звичайно, це все дуже важливо і дуже цікаво, але потрібно виходити також і від людини, от для того існують психологи, людина часом сама не може розібратися, тобто вона, якщо ставить собі запитання, вона має знайти відповіді, а до аналізу, на жаль, ну, не кожен схильний, ми можемо тільки хаотично, от тут у мене не так, тут у мене не так, те у мене не те, так? А тоді, от, якщо дійсно є якась певна допомога, мадам Ольга, я знаю про те, що, як то кажуть, от талант один не ходить. Та? Що ви і дуже полюбляєте такі капелюшки різні, а ви самі їх створюєте, що мені теж, ну, настільки я була цим зачарована, я подивилася, власне, ці вироби. І також дізналась про те, що ви пишете вірші. І от на останок нашої програми я би дуже хотіла, щоб ви щось нам прочитали. Будет очень приятно подарить вам стихотворение в завершении моего выступления, такое оптимистическое, которое бы позволяло помочь, что жизнь... позволяла помочь понять, что жизнь состоит из целого ряда этапов. И вот если какой-то этап, ну, не совсем такой хороший, как хочешь, да, то ты можешь выйти в следующий. Ну, как перевернуть страницу, да, мы называем. Вот это небольшое стихотворение позволяет понять, что можно перевернуть страницу.
разорила себя до копейки, раздарила себя без остатка, проживу без обид, без запасов, не найдут меня черные дни. Вдох и выдох, как мало, как много, относительность, грех и спасение. У всего свой конец, но нетленно солнце в небе, в душе и в глазах. Растворяюсь в блаженной улыбке, принимаю законы природы, понимаю, я снова в полете, у меня уже все впереди. Боже, браво, браво. Спасибо. И браво за то, как прочитала. У нас сразу так мурашечки побегли. Главное тут слово, главная тут фраза, у меня уже все, все впереди. Все. Всем спасибо, все свободны. У меня уже все. Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы. У меня уже все впереди. Я вам дуже дякую, мені настільки було сьогодні приємно з вами спілкуватися і дізнатися для себе, і сподіваюся, і для наших глядачів багато чого нового і цікавого. Ви дійсно дали такий ключик для того, щоб рухатися далі по житті і менше говорити собі, що мені важко, я так не хочу, я так не можу, і взагалі це не моє життя. Маленький ключик, но золотой. Наташенька, ми його приймаємо. А прийміть, пожалуйста, від всього серця. Так, я вам дуже-дуже дякую. Задоволення. Дуже рада. Так, і мені також дуже-дуже приємно. Дякую вам. Спасибо. Дякую нашим глядачам. Ви дивилися програму «Під абажуром». Сподіваюся, що в чомусь вона вам допомогла. Знаєте, чому згадалися? Хочеш бути щасливим? Будь. До побачення. До побачення. Пані Олі, це у нас сьогодні мають бути такі семінари. Ви збираєте, там має бути багато людей. І з приводу чого мають ви говорити з ними? З приводу чого? Так от сьогодні ще будемо читати. Так само. Будемо читати, будемо подати раді.